Водитель Вадим Челышков уже успел оценить преимущества новых автобусов, которые правительство региона передало самарской компании-перевозчику. Всего в парк предприятия поступило 40 таких машин российской сборки. Мужчина участвовал в доставке автобусов на техосмотр. Комфорт и оснащение водительского места отметил сразу. Удобное расположение необходимых элементов, регулировка руля и сидения, несколько зеркал, а также мониторы, куда выводит изображение с камер заднего вида и салона. Признается, что уже не терпится выйти на маршрут на новом автобусе. Машина очень мягкая. Комфортная, с кондиционером. Ну, конечно, новые машины есть новые машины, тем более с таким комфортом уже работать будет много веселее и приятнее. Комфорт в новых автобусах обеспечен не только для водителей, но и для пассажиров. В салоне есть оборудование под любые погодные условия, кондиционеры и тепловые пушки, USB-порты для зарядки мобильных устройств, пандус и зона для маломобильных граждан, участок салона для собак-поводырей, удобные сидения и поручни. Оценил новую технику и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также пообщался с сотрудниками автотранспортного предприятия и пожелал им хорошей работы. Я хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу работу, за ваш труд. И пожелать вам только всего самого хорошего, доброго и, конечно же, хорошие дороги, особенно в новых комфортных автобусах. Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что работа по обновлению городского пассажирского транспорта будет продолжена. Еще 29 автобусов прибудут в скором времени, а всего до конца года будет закуплено более 150 машин. Первыми за рулем новой техники будут работать ответственные водители, которые всегда готовы повышать свою квалификацию. А таких в штате предприятия становится все больше. За 8 месяцев этого года у нас аварийность очень сильно снизилась, процентов на 65%. Поэтому водители у нас перед выпуском на линию постоянно проходят инструктажи. Вот. Сейчас у нас водительский состав наиболее квалифицирован, что был в 2023 году. Новые автобусы запустят на линию уже на следующей неделе. Выйдут они на наиболее востребованные маршруты. Среди них, например, 41, 67, 70 и другие, соединяющие сразу несколько районов города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.